Итак, друзья, у нас есть 4 состава, 5 составов, 5 ржавых болтов, все они одинаковые из ржавчины, ну, примерно, да, плюс-минус. Сейчас хочу произвести эксперимент небольшой, состава я в процессе видео немножко расскажу, из чего что сделано. Сейчас по мере будем опускать болты в составы. Сейчас засекем время. У нас сейчас 19 часов 11 минут 8. Прошло чуть более 10 минут, и у нас уже вырисовывается с вами претендент на победу. Это состав под номером 4. Ну и также состав под номером 1, тоже немножко ржавчины уже выделил в раствор. Ну, в составе номер 5, я думаю, все догадываются, что это. Я реакции пока не вижу. Конечно, не буду делать прогнозы, но здесь пока очевидно, да, что лидирует состав номер 4 и состав номер 1. Пока другие никакой реакции я особо не вижу. Но не будем делать поспешных выводов. Напишите вы в комментарии, как вы думаете, какой из составов самый будет лучший под номером. Вот. И также, если есть у кого мысли какие-то составы, также напишите это все в комментарии. Так, друзья, прошло чуть-чуть более получаса с момента нашего эксперимента. Что ж там такое у нас происходит? Интересно? Во. Так, что смотрим? Здесь у нас уже прям стал почти как номер 5 состав. Идет обильная реакция. Он прям все там кипит. Здесь тоже начали появляться пузырики. В составе номер 3 тишина. Состав номер 1 тоже вон видны пузырики сверху. Но здесь прям теплый. Если здесь холодные, то здесь состав номер 4 прям теплый. Бурная реакция идет. Так, ну оставайтесь, смотрите ролик до конца. Прошло у нас почти 2 часа, ну, 6 минут, у меня уже нету мочи терпеть все это. Начнем по порядку. Значит, сейчас постелим салфеточку и будем по одному, и буду рассказывать, из чего все это сделал. Состав номер 1 будет состоять полностью из уксусной кислоты пищевой, 70%. Ржавчина, в принципе, как была, так и осталась. Состав номер 2 у нас будет уксус столовый 9%. Но особо я не вижу. Тоже ржавчина как была, так, в принципе, и есть. Состав третий. У нас будет просто тепленькая водичка. И пищевая лимонная кислота. Водичку сделал теплой. Хорошенько это перемешиваем. Аналогичная ситуация. Ржавчина как была, так, в принципе, и есть. Состав номер 4 – это обычная перекись водорода. Добавим примерно грамм 30 лимонной кислоты. 35 грамм. Пропорции все равно приблизительные. Также добавим обычной домашней пищевой соли. Грамм 10. Все это перемешиваем. Вытаскиваем. И что мы видим? Вот тут я прям смотрю, что ржавчины не осталось практически вообще. Сейчас мы это еще все вытащим, так, чтобы не запутаться нам. И состав номер 5. Кока-кола. Ну, здесь это аналогичная ситуация, как все было в ржавчине,
Так, в принципе, все и осталось. Сейчас, чтобы нейтрализовать действие процесса этого всего, окисления, там, я не знаю, сейчас эксперты нам подскажут, напишут в комментариях. Мы сейчас насыпем просто пищевой соды. Все это закинем. Ох, реакция, конечно, смотрите, сразу сумасшедшая идет. Ну, я же говорю, эксперты сейчас нам все подскажут, почему так происходит. Так, все высохло. Теперь смотрим. Уксус. У нас, ну, более или менее отъел ржавчину. Лимон, ой, уксусная кислота 9%, ну, толку 0. Лимонная кислота тоже толку 0. Это у нас перекись водорода. Здесь прям, ну, небольшие, конечно, есть. Вот видно, да, что прям немножечко ржавчины. Ну, чтобы блестело, конечно, надо механическое воздействие придать. Ну, а так видим, что прям ржавчину съела. И кока-кола. Тоже эффекта нет. Я думаю, может быть, конечно, в каких-то растворах надо дольше держать. Но за 2 часа самый лучший результат показал, конечно, состав номер 4. Это перекись водорода с лимонной кислотой. Результатом я очень доволен. Всем, кто досмотрел данный ролик, спасибо за внимание. Поставьте, кому понравилось, по лайкосику, прокомментируйте. До новых встреч. Пока-пока.